В выходные на лыжню вышли и апатичане. На лыжном стадионе «Атлет» прошли городские соревнования, VIP-гонка руководителей и массовый старт участников лыжни России. Подробнее Антон Рассказов. У стартовой черты 27 руководителей всех рангов. Вот глава города Алексей Келеров и председатель спорткомитета Сергей Михайлис. Заместитель директора «Атлета» Алексей Глазков. Депутат городского совета Алексей Чуфырев. Я вам желаю жизни без крючины. Не волноваться без крючины. Дистанция у VIP-участников символичная – 2017 метров классикой. Первым к финишу примчался директор Хибинской тепловой компании Александр Николичев. Его время 6 минут и 16 секунд. Вторым – председатель контрольно-счетной палаты Алексей Лукичев. Примечательно, что в том году эти два руководителя также боролись за победу. И тогда первым пришел Алексей Лукичев. С каждым годом народу становится все больше и интереснее. Здесь даже не сам принцип, кто победит, кто сильнее, а вообще вот дух дружбы, дух некого творчества, но и в то же время соревновательности. А неподалеку у стартовой черты выстраивается колонна лыжников для участия в самом масштабном лыжном соревновании России. А вслед за руководителями предприятий, директорами, руководителями отделов и учреждений на лыжню выходят десятки апатичан. Апатиты по праву считаются лыжной столицей Заполярья. Все эти лыжники-любители сегодня участвуют в этапе всероссийского конкурса «Лыжня зовет». Требуется пройти несколько контрольных пунктов. В нынешнем году в лыжне принимают участие 1,5 миллиона человек из 74 субъектов нашей страны.